Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro, игра Bombastic Brothers. И в этом выпуске мы проведем финальную битву с боссом третьего акта. Удар по джунглям, так он называется, этот акт. Победить босса, сохранить 50% здоровья, завершить уровень за 3 минуты. Так, будем использовать Джеффа. Вот он у меня наиболее прокачан в плане экипировки. Так-то у них у всех 10 уровень. Вот. И, в принципе, после прохождения этой миссии мы получим разблокировку улучшения корабля. Так, босс у нас ящер. Вот, мы его победили как-то раз. Но, правда, он был без механического костюма. Ай, не смог перепрыгнуть. Так, перезарядочка. Все, стартанул наш босс. Насыпаем ему, давайте еще ракеты добавим ему. То он тоже ракетами сам сыпет. Мы тоже умеем. Да-да-да. На, получи. 544 урон от ракеты. Довольно-таки приятный урон. О, сразу 3 запустил. Ну и мы тоже сразу в ответочку. Так. А давай-ка вот так вот сейчас еще сделаем тебе. На, получай. Все, свинтил босс. Ай, как же так? Что-то я совсем просмотрел. Увлекся суперспособностями. И пропустил момент, когда нужно было перепрыгивать. Кстати, от ракет этих довольно-таки мощные взрывы идут. Поэтому вариант, что такой типа стоишь рядом, не прокатывает. Да сколько ж можно уже, хорош. На, получи. 50% здоровья не сохранили. Эх, в последней волне сожгло немного хп. Так, интересно, как он с такой дикцией до сих пор не прокусил себе язык и не отравился? Почему он не хочет обратиться к специалисту? Окует? А на нас нападал вполне хладнокровно. Сейчас не время для насмешных каламбуров. Поспешим в лабораторию. Мой виртуальный помощник Дживс откроет нам дверь. Вот так-то. Виртуальный помощник Дживс откроет дверь. Так, получили 4 осколка и чудо-чемоданчик. Ну, чудо-чемоданчик я, в принципе, решил пока не открывать. Так, разблокировка, новый уровень. Стало доступно обновление мостика. Давай построим его, чтобы получить доступ к новым сущностям. Вот даже так. Так, заходим в комнату к этому любителю кофейку. Улучшить, конечно же, улучшить. 1 минута, ну и здесь, конечно же, бесплатно. Повышение уровня мостика также дает доступ к улучшению уже построенных комнат. Не забывай его улучшать, когда это возможно. Так, корабль Бомбастик. Отлично, улучшился. Так, что они тут хотят нам? Акт 1. Предлагает нам использовать все наши силы на сложном уровне. А давайте попробуем, кстати. Что же у нас получится? Так, загрузочка, отлично. Идет загрузочка. Так, пляжик, хорошо бы сейчас на пляж. Вот. Но, видимо, все, кто был на пляже, да, сейчас с него бегут. Потому как понаехали какие-то красные. Вот показывают, смотрите, там красные какие-то. Вот, сразу видно, нетрезвые люди. Нетрезвые. Начинают шмалять из всяких пушек. Вот, запускают своих котов, то ли собак, то ли котов. Непонятно, кто это такие. А здесь ребята нормально отрываются. Чумовой музон и все такое.
Ну и, конечно же, мухи, комары и москиты. Куда же без них на хорошем отдыхе? А. Просто безумный Джефф. Вот. Всех, буквально всех уничтожил. И гранаты не забросал, и ракетами закидал. Вообще супер. Так, все, всем спасибо, всем пока. Так он сказал нам. Так, завершаем миссию, отлично, продолжить. Я, собственно, хотел улучшить корабль, а здесь нам предлагают, а давайте прям вот сюда нажимайте. Вот, конечно, это меня немножко напрягает в разных миссиях, в разных играх, простите. Когда есть такая вот совсем уж навязчивая фишка, а давайте нажмем в бой. Так, значит, нам необходимо сейчас улучшить тренировочное, 3 часа. Ну, как бы, будем улучшать, куда мы денемся. Так, ежедневные миссии остались, и вот здесь вариант нам предлагает мастерская. Вот мастерскую, это вот то, что нужно. Строить, вот также 3 часа будет строиться, затем уже будет создать экипировку, как нам здесь показывают. Ну что ж, друзья, на этом пока все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите в комментариях. Пока-пока и до встречи в новых выпусках.